Да, ребята. Собственно говоря, не просто так. Не просто так я делал голосование по поводу того, мол, выберите, ребята, файтинг. И вы выбрали Mortal Kombat. Всем привет! Ребята, с вами я. Сегодня будем проходить вот такой вот Mortal Kombat Outworld Assassins на платформе Open Board, да? Любительский бидемапчик по вселенной Mortal Kombat. В главной роли Скорпион, Саб-Зиро и Нуб Сейбот. Или Сайбот, кому как больше нравится. Итак, понятно, что это не файтинг. Понятно, что это не файтинг, что это бидемап. Вот, но это я, так сказать, для затравочки. Для затравочки, потому что грядет один видосик по Mortal Kombat 1. Я постараюсь пройти игру за Соню Блейд. Если получится, то попроходим еще за других персонажей. Вот, мы как-то проходили уже первый МК на... чем, на Сеге. Вот, как-то на стримах это было дело. Вот. Но я проходил, по-моему, за Саб-Зиро. Или за кого-то из этих. Из-за Нинс. Вот, ну да ладно. Ладно, это все, так сказать, анонсы. Анонсы предстоящего. Тем более, что я еще не выбрал, на чем я буду проходить. На Сеге или на Супер Нинтендо. Вряд ли на Супер Нинтендо. Скорее всего, сеговскую версию. Вот, потому что аркадную версию я, возможно, даже не потяну. Ну, фиг знает, в принципе, что Sega спешит аркадные, они там и одинаково сложные. В принципе, но в Sega можно поставить уровень сложности, в аркадном нельзя. Ладно, стартуем! Новая игра. Выбираем, кто у нас тут есть. Саб-Зиро, Скорпион, Сейбот, понятное дело. Но с кого бы начать, точнее, вопрос. Не столько, кто тут есть, а с кого начать. Саб-Зиро, Скорпион, Нуб Сейбот. Ну, давайте начнем со Скорпа, потому что это основное лицо компании Незарелм. И много кому любим этот персонаж. О, музыка из 4-го МК. Мне она нравится. Жалко, что других ниндз не добавили, типа рептилии. Было бы круто. Вот так вот, да, значит, работает. Ничего. А, смотри, тут есть и эти всякие прыгательные штуки. А есть эти? Огнем вниз. Вниз вперед удар. Да, вниз вперед удар огнем пышет. А как этот? Гарпун пускать. О, подожди, вниз-вниз. Вниз-вниз. О, ништяк. Так, ну понеслась. Пока неплохо. Апперкот, вертушка и комбины. Слушай, тут наверняка можно как-то комбить. Это все. Ух ты, мать, кто ловит. Фига себе, как я. Так, это спешл. Захваты есть. Чё происходит? Это крутая игруха, ребята. Вроде бы, блин, вот делают любители. А круто как, ты посмотри. Ай, копьем саданули мне. Пошли нахрен. Всегда любил, кстати говоря, не апперкотом бить после гарпуна. Вот во всех играх, если играешь за Скорпа, всегда любил именно это. А чё, он копье не выдал? А сейчас всё три жизни? А сколько контов-то? А то я сейчас что-то просру. Надо быть аккуратным. Тихо. Тихо! Блин, да смотри! А, ещё... Блин! Хрен ты нажмешь, короче, эту вниз-вперед. Но зато они практически сразу сжигаются. Я почти сдох. Надо успеть взять.
Да, немножко хп. Немножко хп взял, пока живем. Блин, делают любители, а так прикольно играть. Хорош с вертухи. Отлетел. Ну, кстати, тут как таковых фаталити-то нету, как я понимаю. Да? Апперкотами почти не пользуюсь. Почти не пользуюсь апперкотами. Но, возможно, стоит. Копье надо взять и кинуть. Хорошо. Нормально, нормально за скорпа идем. Я пытаюсь... Да. Блин, все-таки... Да, вниз-вперед. Вверх-вверх ничего не делает. Тут еще какие-то есть отскоки, по-моему. А, вот он. Он, по-моему, с ударом, да, тут идет? Ух ты, мечи. Можно взять? Наверное, нет. Кстати, комба набивается. Я так смотрю по статистике. Да, слушай, здесь что-то с экраном не то. Давай-ка ты сюда иди. Башку снес нахрен. Нет, это прикольно, ребят. Ну это круто. Это любительский крутой бидемап по вселенной МК. Очень сочные, удары крутые. Скорпион крутой, все круто. О, какие-то эти смоуки пошли. Фак. Аккуратно. Да блин, нифига с вертухи мне этот смог. Всаживает. Охренеть, он разлетелся вообще на части просто. Апперкот нельзя сделать после этого? Тогда мы выбираем вертушку. Свободен. Да, после гарпуна лучше все-таки вертушку делать. И вот это надо изюзать на самом деле. Ты, ну, с этой эскейпы. Бомбы какие-то. Фак. Это было неожиданно. Еще одну жизнь с это самое. С... А ты ко мне не идешь? Давай сюда. Хорошо. Блин, эти далеко, вот надо их. Их лучше. Да ладно, я думал, их можно. Вот видишь, да, лучше вертушки. Пошел. В воздухе поймал. Ха-ха, прикольно. Ну, тут немножко, конечно, анимация так. Зря взял, наверное, да? Ух ты. Ай, ты, блин. А, я захват нечаянно сделал. Че я беру за зелененькие штуки? Они что дают? Может, они дают какой-то спешл? Но мне кажется, спешл просто расходует твои хп. Че это, геншин, что ли? О, нас тут трое. Я думал, я скорпа взял из него. Интересно, после смерти можно выбирать другого персонажа? Скорее всего, делали любители. Поэтому, скорее всего, можно. Не, все, ну закружили очень жестко. Мне тут тяжело. Тихо! Притянул. Да вы что, гоните, что со всех сторон? Тихо! Вот это махач! Вот это махач! Ой, зарезал меня Кеншин совсем. Все, минус я. Ну вот, да, можно выбирать либо скорпа, ну, сайбота и сабзира. Ну, я за скорпа пойду пока что, да? Как бы эти уровни будем за него тащить. А, кредит-то вон написано было. 88 штук, что это сделал. На!
Кеншин все харакири сделал. Хорошо. Окей, окей. Ладно, пока прикольно, ребята, да, на самом деле? Ах ты мразь. Давай ты мне хп еще. Жизнь потратишь, и вообще будет здорово. То есть его надо было загасить, чтобы уровень закончился. А вообще, смотрите, тут 4 персонажа. Получается, Скорпион, Нуб Сейбот, Саб-Зиро. И тут Смоук, или... Ну, Смоук такой версии Deadly Альянса, по-моему. Он в этой части такой был. Вторая миссия. О, это какой-то дворец этих самых Линквей. Только именно замороженный. Именно, то есть, подразделение Саб-Зир. Я что-то в экране делаю непотребства какие-то. Этого спалим нахер. Нет, не спалили. Оставлю пока. Джаксы из второй части с топорами ходят. Люкенги, кстати, тоже. Черного цвета. Хорош. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А ты что, такой серьезный? Возьму. Что это за серая штука? Что они дают? Очки какие-то, что ли? Топор вообще работает хорошо. Я не юзаю эскейпы. Топор работает отлично, кстати сказать. Бошки отрубает только в путь. Неплохо. Неплохо. Пошли дальше. Да, тут и с разбега, в общем-то. Так, давай-ка нахрен. Да куда ты его берешь? Отстань ты от него. Ну видите, что происходит. Это, кстати говоря, проблема всех бидемапов. Это тут дело не в чуваке, что он это не доработал. Это... Ой, как я круто его закомбил. Это проблема всех бидемапов. То, что когда ты хочешь драться, отбиваться от людей, вместо того, чтобы бить, он поднимает предметы. Я с разбегу буду их нахреначить, потому что это сейфово, как по мне. Так, хотя бы хп сохраним. И оружие не тратится, то есть, да, то есть каких-нибудь Streets of Rage и прочих, да, что, безусловно, отличные бидемапы. Там, в принципе, да, несколько раз вхреначил этой дубиной там или что-то поднимешь, какой-нибудь палкой, ножом. И все, он пропадет. А я с этим топором хожу уже хрен знает сколько. То есть, прекрасно себя чувствую. Там рублю их как головешки. Как гералаши было. Наточил я свой топор. Головешек полон двор. Тихо. Что-то я взял. А что я взял? ХП взял? Не знаю. Все. Тела все покромсал. Ах ты! Неплохо, неплохо. Но тут более-менее, да, уже в механику влился. И вот видишь, на второй миссии уже как-то более-менее все идет. Ладно. Отлично, отлично. Молодцы все же, да? О, кстати, третью жизнь я где-то заработал. Все идет более-менее складно. Хорошо. Я до сих пор реально не понимаю значения. Некоторых предметов. Да-то нахрена это тогда нужно? Если это не работает. Собака страшно.
Если да, если гарпун ты притягиваешь, а толку никакого. Нифига себе, вот как я так заевейдился. Вот скорб с мечом — это совсем другое дело. Это совсем другое дело. Скорб с мечом — это вот, вот, это да. Странно, да, вроде. А, это ниндзю заморозили этого, с этого, обычно. Тихо. Надо сюда вставать. Возьмем ХП. Желтенькое все-таки ХП. Все-таки. И зелененькое. А, и красненькое тоже ХП. Фак, со спины меня забрал. Меч. Не, оружием тут пренебрегать не стоит. Оно тут, в принципе... Во! Вот, блин, как я так делаю? То есть это, видимо, при подъеме... Бошки поотрубался. Видимо, при подъеме он делает какой-то вот это вот свой телепорт. Единственное, что плохо при наличии оружия, что ты не можешь бросать людей, да, вот в ту сторону набросал. Фак! Плохо дело. Надо жить. А, не успел вертушку совершить. Нет, топор тоже неплохо работает. Но меч — наше все. А как поменять? Можно же? Твой меч я возьму. Superb. Плюшек никаких не дали пока что. Но с ниндзями надо аккуратно, они очень любят прыгать. Хотя те, которые вооружены мечами, они в прыжке удар ногой не наносят. Поэтому, в принципе, можно и... можно и жить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Перемеч. Хорошо, она нарезал щей. Но я не успел забрать. По Джаксу. Один удар оставался. Да, красная фулл ХП, по-моему, дает. Кто? Фрост! Знакомые лица! Мне надо было Саб-Зира брать. Саб-Зира против Фрост был бы интересный махач. Ну ладно. Скорб, значит, скорб. О, пошли заморозки, не приносим. Жесть, смотри вообще, на что делает. Ну-ка нахрен, пламя. Тихо. Такое ощущение, будто у него анимация Китана или типа того. Или Джейн. Ее комбить. Ой, закомбил-то я, конечно, ее интересно. Ай-яй-яй! Прихлебатели. Это кто? Это Смоук! Охренеть! Ты чё, дружище? Он не зря он был там на картинке нарисован. А где она? Где Фрост? Вот она. А я не знаю, где она. И где кнопка А? Давай с сестрой. А типа, если не зафинишишь, то чё?
Вниз, вверх, вниз. А. Вниз, вниз, вверх, вниз. А. Фаталити. Тут вот так вот надо боссов побеждать. Потому что если не так, то извините меня. Будешь махаться по новой. Но у нее там меньше хп. Точнее, дэмэджа по ней гораздо больше. Смоук появился, прикинь. Круто. Мне, правда, такой смоук не нравится. Такого вида он как бы... Не наше все. Но приятно. Ух ты, а у Саб-Зира слайд. Вообще у него другая, да, как бы. Он такой похож на Саб-Зира из этого, получается, из Мифологис. Ух, нахрен! Это неожиданно было, мне это не нравится. А я что-то не совсем понимаю. У Скорпиона вниз, вниз, вниз. Вниз, вперед, заморозка, это я понял. А как спешило посмотреть? Че, у Саб-Зира только заморозка и все? Ну, каких-то клонов тут выделывал. А, вниз-вверх. Вниз-вверх клона делает. А у Скорпиона вниз-вниз это гарпун. Все тут надо знать, товарищи. Охренеть. Видишь, тут не все так просто. Но тем и интереснее, что у каждого персонажа все-таки свой оригинальный, я бы так сказал, мувсет. Но Саб-Зира мочит, будьте здрасте. Хотя, хп я потратил уже немало. Возьму желтенькую, да. Надо пользоваться всеми благами. Например, вот этот слайд очень классная штука. У Скорпа такого нету. У него как бы это... А, вот это спешл, понял. У Скорпа вместо слайда... такой телепорт, да, с рукой его. Кошку снес. А! Блин, ну круто, товарищи. Ну согласитесь, прикольно. Хотя вот именно арена, да, не арена, уровень сам по себе выглядит не очень. То есть вот предыдущие два, мне кажется, поколоритнее были. Вот этот вот, так сказать, мне как-то не заходит. Да что ж ты будешь делать? Там замерзаются кидающиеся. Жизнь заработал. И хп, и топор взял. Ну, в последней части Саб-Зира с топорами, поэтому... Ой-ой-ой, здесь надо быть аккуратным. Хорош. Сейчас меня придавят нахрен. Нет. Давай туда. Оп, хитрость. Ну это вниз вверх тяжело на этой крестовине замутить, конечно, но. Ну да ладно, жизнь, жизнь. А! Там что-то этими заморозками раскидался. Блин, этот сюрикенами сейчас задолбет. И анимация другая, да, у Саб-Зира в плане владения оружием. Ну круто, за Саб-Зира мне понравилось играть тоже. Но у него, видишь, у него эвейт зато такой. Ну это жизнь? У него эвейт ковырковый, то есть он просто, ну, сбегает.
стейдж из третьего Mortal Kombat. Круто! А могу я взять его? Ну это полезно, кстати. Вот этот вниз вверх оставлять клона полезно, если тебя окружили, мне кажется. Не лишнее. Так, вот к этому сразу мы подходим. Начинаем разборки. Ну заморозки тут, конечно, вообще огонь просто. И то, что они так удобно встроены в геймплей, что не надо тут выпендриваться, чтобы их нажимать. То есть он сам их периодически, грубо говоря, пуляет. Как-то интуитивно они срабатывают. И красота. Хопа. Ой, не ту кнопочку нажал. И все. Топором берем. Так сказать, не гнушаемся. Сюрикенами уже раскидались. Охренеть вообще. Зря топор взял. Ну зря, потому что надо, да, я тут издалека херачит. Да что ты будешь делать? Да что такое? Ты посмотри, еще хп так улетает. Здесь хотя бы хп-то есть? Нету тут нихера. А здесь полная. Неплохо, неплохо. Играбельно. Вот интересно понять, сколько миссий. Я думаю, миссии 8, наверное, наберется. Хотя хз, может быть, и меньше, потому что игра-то сама по себе такая, ну. Сами понимаете, как говорится. Опа! Опа! Вот как такую красоту вот можно замутить? Клона оставил, перепрыгнул к врагу, схватил его, бросил в клона, и он заморозился. Ну это просто песня. Ермак. Или Эрмак. Я даже не знаю, кто как называет. Или, как мы говорили в детстве, Ермак. Ермак. Херась он. А как тебе так вот? Не, ну Ермо крутой, конечно. Ну я ему сейчас, конечно, втащил. Полетели какие-то хреновины. Хорошо. Ну блин, ну Ермак сложный. Это вам уже не эти. Неплохо, да, закомбил? Красиво, ребята. Ну это круто, ну это круто. Тут надо. Ну, по традиции, давай нубсейба-то. То есть, всеми подеремся, как говорится. Сюда иди. А чё он не умирает-то? Чё? Вверх-вверх, вниз, назад, а? Ну, блядь, я вместо этого взял топор. Это надо запоминать. Что-то вверх-вверх, вниз-вверх. Жестко. Ну что, по новой, что ли? Ты что, угораешь? Эти топоры мешают очень сильно. И он все время за экраном, мерзавец. Надо аккуратно сюда выманивать его. Вверх-вверх, вниз-вверх, вперед-вниз.
Я не запоминаю ни манды, блять. Вы что, издеваетесь? Так, все, мат начался у меня. Ну потому что нихера там ты еще на это сам, на весь экран еще напиши. Пипец какой-то. Надо сфоткать. Охренеть, слушай, ну это мы так за это самое, все ганты просто мем собьем. Запоминаем. Вверх-вверх, вниз-вверх. Вверх-вверх, вниз-вверх. Вперед, А. Ну, я нажимаю. Ну, это вообще шлепотенция просто. Вверх-вверх, вниз-вверх, вперед, А. Правильно? А это удар рукой. А, ну, топор взял, на две части разрубил его. Блин, жалко, не показали, за экраном эта вся херня происходит. Обидно, обидно. Я уж фоткать хотел. Ой, меня уже втащили? Отвлекся, простите, ребята. Погнали, за нуб Сейбота. Ну-ка нахер отошли, что происходит? Я, правда, сейчас на этом фоне этого нуб Сейбота не увижу ни хрена, да? Такой нетипичный для нуб Сейбота уровень. Но если мы просрем, мы выберем Скорпа. Тем более, что нуб Сейбот это как бы, ну, крутой чувак. Мне нравится он как персонаж. Ну, у него мувсет тут интересный просто. Вообще ногами то все, то все. Клона можно запускать. С альтухами отбегает. Так, клона запускаем так. Так, пускаем это, да, ну, ладно. Да ну, мразь. Сюрикены. Ой! ХП, чуть не пропустил. Да мразь. Это что делают? Офигеть, они мне пол хп за это самое зарезали. Ну что, надо аккуратно, потому что что-то тут уже пошла возня серьезная. Какая у нас четвертая миссия, да? Блин, на бомбу наткнулся, но там было хп, такое ощущение. И клоном надо вообще не пренебрегать, потому что он очень здорово помогает, как я понимаю. Уж в толпе-то точно. Блин, а вот других спешлов, интересно, есть. Мразь. Да что ты будешь делать? Да ну нахрен ты взял этот меч? Блин, вот это оружие разбросано, невозможно драться. То есть оружие хорошо, но его избыток на карте немного мешает. Ничего, нормально, нормально. Так, монахи.
У меня вместо бега ковырки, ты прикинь. Да ну мать твою, ты смотри, что делается. Дымом убил. Но у меня хп нет вообще. Но мы сейчас будем по-любому нутсейбы-то еще брать. Хотя, блин, карта темная. Лучше, конечно, наверное, скорпа. Насладиться не успеваем. Ну, Зануба еще сыграем, я думаю, предоставится возможность. Давайте за Скорпиона. Здесь хотя бы понятно, что как. Так, скоп с мечом. Ну, скорп очень удобный в игре. То есть, Зануба тяжковато играть на самом деле, но у него такие красивые вот эти штуки с тенью. Это прикольно. Саб-Зиро, в принципе, тоже очень удобен в геймплейном плане. Просто, может, я к Нуцейбуту не приигрался пока еще. Я тут понял то, что если тебя роняют, если ты упал, можно нажать что-то вроде вниз-вверх и удар, и тогда будет другой спешл. Вот Нупсейбот, он, ну, короче, телепорт делает и ногами дерется, туда-сюда такую вертушку делает. Скорпион, он чисто сразу за спину противнику, и вот этот удар кулаком, да, его телепорт. А за Саб-Зиро что-то я так и не понял. Что происходит, надо будет потом попробовать. Блин, я не ожидал. Вот видишь, я беру меч вместо того, чтобы драться. Тихо. Ну, этих я расколбашиваю. Но этот встанет, кстати, со мной драться-то или нет? Это... Кто он там? Глава ордена Лин Куэй, возможно? Я что-то... Сюжет! Да, Грандмастер. Да, это, видимо, действительно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, надо быть аккуратным, только держи. Но этот у него, конечно... Ах ты, фак, не увернулся я. И у Скорпан отличный прием, вот... Вот этот. То есть, он реально с этим хотя бы. Да, блин, собака там лает еще. А че Грандмастер такой сильный? Столько оружия на полу валяется, что... Драться невозможно. Жизнь взял. Ну, жизнь потратил, хрен с ним. Но я ее и заработал, прямо на полу валялся. Ну, перкотить. На. Как угодно. Он сам себе бошку вырвал. Ну, смешно, смешно. Я думаю, Шан Цунг стоит за всем этим.
Мы должны найти его и отправить его в ад. Отправляемся туда, наверное. Я не успел прочитать, что написано на самом деле. Значит, что еще дальше? Мы как бы это... Продолжаем играть. Пятая миссия, какая-то канализация. Почему-то напомнило мне, знаете, какую игру? Silent Hill 1. Видимо, по освещению или типа того. Ну, игрушка классная. Классный битэмап. Конечно, видно, что он сделан на коленке. Но, с другой стороны, играть в это интересно. Я не знаю, как это будет смотреть, да, потом это самое. Вы уж сами как-нибудь решите. О, хорош. Но играть в это определенно интересно. Ну, посмотрите, ну вот где еще вот так можно за Скорпиона поиграть? Ведь есть игра замечательная, Shaolin Monks. Да, на PlayStation 2. Теперь я же могу, в принципе, записывать и стримить вторую Соньку. Ребят, можно будет Shaolin Monks пройти, но, блин, я бы прошел его с кем-нибудь. Потому что на одного это... Это не то. Это не то. Там же потом можно будет за Скорпиона и за Саб-Зира поиграть, насколько я помню. Это я ультанул в никуда. Обидно. На! Кайф. Вот все-таки, да, так сказать, домашние игры. Ну крутые же. Ну клево в них играть. Да, понятно, что они сделаны по старым скриптам, по старым моделькам. Все это понятно. Но удовольствие-то, что ты получаешь, не меньше от этого. Это все равно, что вот в детстве у тебя там был тот же самый Mortal Kombat, первый, второй, третий. И тут как бы появилась, вышла вдруг игра тогда, в то время. Как вот, вот как вот это, да, то есть Mortal Kombat beat'em up. Вот с такой же кровищей, с такими же всеми делами. Вы представляете, что бы было вообще с детьми? Да, это же просто, у них просто крышу бы сорвало. Вот я это увидеть, я вот это в детстве, я просто с ума сошел. Я бы отдал бы очень многое, чтобы в такую игру поиграть. Вот, ну и вышла бы она, скорее всего, да, на какой-нибудь PlayStation 1. Вот, как бы... Как, ну, как Mortal Kombat Trilogy, да, то есть в этой же примерно графической манере. Я бы, блин, я бы просто ради этой игры бы, наверное, и Соньку первую бы клянчил у родителей. Купить сам бы не смог, потому что я тогда еще был мал. Вот. Но просил бы ее вообще и... Был бы хорошим мальчиком, чтобы Дед Мороз мне эту консоль с этой игрой подарил. Но это все, опять же, фантазии. Это все фантазии, мы играем в эту игру сейчас. Ее создала не Midway, например, да? Охреневшая мразь. А ну-ка! Кровище сколько накидал. Опа! И еще разочек. Собака остро реагирует. Не знаю, слышите лай или нет. Но собака остро реагирует очень на крики в игре. Переживает. И еще жизнь взял. Слушай, здесь рептилия будет, что ли? Я бы хотел с рептилией смахнуться просто по-любому. Но еще больше я бы хотел за него поиграть, потому что рептилия все-таки это мой любимый ниндзя из серии МК. Вот. Учитывая, что он не ниндзя. Ну, в принципе, такой же не ниндзя, как и Ермак, такой же не ниндзя, как и Рейн, например.
такой же не-ниндзя, как и Нуб Сейбот, и Смоук, и Саб-Зиро. Единственный трушный ниндзя в игре — это Скорпион. Ну, может быть, еще Кеншин, но я не уверен на его счет. Ой-ой-ой, сейчас что-то надо делать. Вот это надо делать. Успел взять. Чуть-чуть ХП успел взять. Сгоришь. Вертушкой потом нельзя, да? Не ту кнопку нажал, прикинь. Кидать можно! Топоры можно кидать, а я не знал. Оказывается, если нажмешь Escape, можно кинуть предмет. Тварь. Во! Ха-ха-ха! Да что ж ты, мразь такая? Круто. Так, ладно. Еще сапля вылетела какая-то. Но катана — это прям наше все. Бомбочки, кстати, сайрексовские, да, заметили? Да, не знаю, кстати, может, звук в микрофон отдает или нет. Чуть потише сделаю. Так увлеченно играю. Не задумывался про эхо в микрофон. Ну, я думаю, нормально будет. Если что, напишите куда-нибудь мне. Мне писать мне некуда. Комментарии отключены. Ни в каких соцсетях я не сижу. И даже на Дискорд забил хер. Иди сюда. А, я думал, я тебе тут еще и это... Рептилия. Ну, это беспонтовый рептилий. Это рептилия из 4-го МК, получается. Мне такой не нравится, но, в принципе, норм. В этих фиолетовых штанах. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Полжизни у рептилий забрал. Ай, ну это все меняет. Желтый ХП надо взять. Успел. Сюрикенчика надо валить сразу вообще. Просто сразу. Все, рептилия мне немножечко... Фига ему накомбил. Ай-яй-яй, тут шар его. Держи. Финишим? Нет, не финишим. Теперь финишим. Вниз вверх, вниз А. Кислоту. Ну, за Скорпа практически всю игру играем. А, еще и дальше погнали. За Нуба практически не поиграли, за Саб-Зиро мало, в основном за Скорпа тащим. Но Скорп крутой. Скорп крутой. В этой игре тут вопросов нет. Шестая миссия. Я думаю, их все-таки тут будет штук 8. Ну, мне кажется. Мне бы хотелось, чтобы их было тут 8. На следующий раз за Нуба поиграем. Я не понял геймплей.
полностью насладиться игрой за Noob Saber. А это в любом случае кидается, да? Саблей. Порубиться, что ли? Ну давай возьму. Че это за арена? Я ее припоминаю. По-моему, во втором Mortal Kombat такое было, да? Что-то вроде. Кстати, опять же, вспоминая Shaolin Monks, я помню, там вот были уровни, которые, ну, реально по вселенной. Там и пещера Гора была, и мост вот этот вот, где внизу шипы. По-моему, вот эта арена тоже была. Там очень много из второй части арен, если я не ошибаюсь. Ну, и с первой тоже есть. И это круто! Ой, ну, на так. Все в тебя кину сейчас. Фул ХП, придержу пока. Очень круто. Очень круто. Я держусь, конечно, да, таким путем мы за Noob Saber-то не поиграем, но если вдруг чего, то мы сыграем пару уровней за Нуба просто чисто так посмотреть, да, то есть почему бы нет. Ну что здесь мы их просто уже чешем, как хотим. Так, секундочку, товарищи, секундочку. Все, прошу прощения, товарищи, прошу прощения. Назад к игре. Ой, кстати, вот этот значок Mortal Kombat мне очень нравится. Кстати, как я вот это сделал? Вот этот телепорт. Неужели вниз-вверх? Да! Прикинь, у Скорпа 3 спешила. Мерзавец. У него и вот такая штука есть. То есть эскейп у него с этими. С дэмэджем сразу. У него тебе и вот это есть. У него и такой телепорт есть. У него и камер. Ой, что-то меня режут больно. Ну вот это все равно не хп, да?
То есть, ну, как бы это вообще читовый персонаж в этой игре, но оно и понятно. Оно и понятно, что это Скорпион. Это все-таки любимый персонаж очень многих. Очень красиво его еще сделали, да, сам чувак. Я, кстати, к сожалению, не помню кто. Что за создатель этой великолепной игры? Ниндзя прочеканил сколько. Ой, нифига мне заперпотил. Че, я все минус? Да. Нупсейба-то хочу. Нупсейба-то хочу, потому что за Нупсейба-то, ну вот где ты поиграешь? Вот даже взять Shaolin Monks. Там можно поиграть за Скорпиона, за Саб-Зиро, как в, ну, в бидемаповском обличье. Да. За Саб-Зиро можно поиграть в Саб-Зиро Мифологис. Говно редкостное, но можно. За нуба хрен ты где поиграешь в бидемапе. Надо играть, ребят. Посмотрим. Вот, да-да-да. Значит, получается, у Нупсейба-то тоже три спешала, а у Саб-Зиро получается два. Какого хрена? То есть у него клон, у него заморозка, и все. Никаких больше у него других дел нет. Да что ж ты будешь делать? Ну, Занубат сложно играть, но у него такие комбульные интересные получаются. Захват туда. И все, да, вот этот вот клон, надо через него работать прям, потому что он топовый. Какой-то странный захват у Нупсейба-то, вот это я не понимаю. Ну вот начинается возня. Че, хуешь, что ли? Да что ты будешь делать-то вообще? Чё за твари? Я пытаюсь ударить, и вместо этого беру оружие. Но это чё происходит? Да не бери ты ни хрена. Ну слушай, ну товарищ, кидайся нахрен ими. В таком случае. Фулл ХП оставляю пока. Так. Ау. Пошел нахрен. Не пользуюсь, не пользуюсь вообще ничем. Плохо. Фул ХП. Вовремя. В принципе. На. Ну это было красиво. Это было красиво. Жалко, что-то Саб-Зиро обделили. Может быть, я просто какой-то... какой-то из приемов просто не знаю. Слушай, вообще, народ, ну просто трэш какой-то. Много очень. Куда бьешь? Хорошо. Блин, я пытался вниз-вниз удар сделать, чтобы клона призвать, но... не поражалось ни хрена. Очень быстро, но все этот въезжает. Тут Рейку, по-моему, да?
Следующего Саб-Зиро возьму, надо посмотреть. У него должны быть эти самые спешалы хорошие. Ну, Нупсейбет прикольный, за него прикольно поиграть, в принципе. Но когда много народу, все-таки решает, мне кажется, Скорб и Саб. Ну, видишь, меня тут вообще мода ходит прям жестко. Вот так вот. Вот и все. Ну, давай попробую с этим чувачком поработать. Что ж такое? Вообще хп у меня сразу забрал все. Ты же очень много прихлебателей прям, ну очень много. Да не надо. Да... Рык еще кидается с сюрикенами. Иди сюда, дерись как мужчина. Все, прикинь, Саб-Зиро отлетел. Мопсейбот. Братья, так сказать. У него хп очень мало отнимается. Сюда иди. Сюда. Сюда. А ты думал. А ты думал, товарищ. Вперед, вверх, вниз, вперед, а. Попали эти фрики. Прикольно, прикольно. Попробуешь, когда 18 исполнится. Прикольно. Подстебнули. You will never win? Почему? Я вроде неплохо прохожу. Седьмая миссия. Может быть последняя, может быть нет. Посмотрим. Продолжаем играть за нуба. О, на карте, на которой его ни хрена не видно. Замечательно. Здесь надо Саба брать. Но клон очень удобный. Ну, все это. Все? Нет, не все. Я видел, что он там, у него хп еще оставалось. Да что ж ты будешь делать? Не, ну бату быстро убьют. Что эти кидатели? Он очень быстрый. Этот удар у него очень мощный. Он, да, у него удары быстрые, но не мощные. Мне кажется, у Саб-Зиро, у Скорпиона удары помощнее, особенно у Скорпа. Но скорость у этого зато очень такой мобильный. Особенно против этих он вообще хорош. Нет, эти сюрикенщики, они вообще пипец. Они же в своих еще не попадают. В общем, прикол.
Да что ж ты будешь делать? Да что такое? Не закончил. Да на. Не, ну Ба лучше выбирать, мне кажется, в начале игры, когда карты более-менее светлые, и ты видишь, что он делает. Здесь он сливается с пространством, и это вообще не круто. Все, готов он. Все. Так, возьму Саб-Зиро. Уже пол хп нету, в общем-то. Вот где взял Саб-Зиро. Нормально, кстати, сейчас было. Сейчас нормально разрулил. Надо было топор брать более канонично. Нынче для Саб-Зиро. Хотя я не знаю. У него, кстати, по-моему, в 10-й части он чаще использует молотки, кинжалы. Пах, я не успел взять фулл хп. Ты представляешь, меня там этот мудохал. Да что ты будешь делать? Да нахрен. Это что, он жив еще? Да нахрен вас обоих. Так, это хорошо, что я сохранил еще. Фулл хпшку сразу брать не стал. Жизнь заработал, походу. Фулл хп забираю. И топор с собой взял. Хп восстановил, жизнь заработал, топор взял. Лифт. В каждом битэмапе должен быть лифт. Без этого никак. Но этот лифт что-то все жесткие очень. Подкат и потом апперкот очень классно работают. Ай-яй-яй, сюрикеном попал в меня. Фулл хп еще дали. Вот это удар с вертушки. Еще и в воздухе потом можно, да, в прыжке ударом жахнуть. Можно не гнушаться. Не чураться любых спешалов. Потому что фулл хп лежит. В случае чего. А, я ее нечаянно взял. Да ну в смысле? Клонов оставлять прикольно. Я к этому никак не привыкну. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это меня изрезали очень жутко. Yeah.
Шива! Охренеть! Вот это я не ожидал увидеть ее здесь. Обалдеть, меня колбасит просто. Ух ты! Скоп, твой черед. Вот это Скорб, сразу видно. Порешал вопросы. Ай, спину. Ты посмотри, какой у него спешл. Ну это просто читы. Ах ты! Вот это я тупанул. Да. Ого, это был Шансунг. Офигенно. Вот это кайф. Вот это игра, ребята. Вот это игра. Ауч! Вот это не надо, ну. Не надо. Ай, ну все-таки, ну тут я должен был проиграть, потому что меня окружили, и ничего с этим не сделаешь. Да Джакса туда. Я зря. Можно было и без этого справляться. Лишнее хп потерял. Ауч. Охренеть, зарезал меня. На. Хорош, давно не пользовался огнем. У меня хп вообще нету, поэтому я уже все туда. Неплохо раскидываемся. Пак. Вот это мразь неприятная. Ну это вообще просто. Какие ржонки. Достал таки. Ну он да, через весь экран почти бьет. Давай, Саба. Вроде хватает, да, столько кредитов. Ух, это было красиво. Фул хп, поэтому не чураемся любой работы, как говорится. Мне сразу в живот прописал еще разочек. Пам-пам, пам-пам-пам. Ну круто. Игрушка, игрушка бомбовая, ребята. Всем играть, советую. Для любителей бидемапов прям жизнь, жизнь выбил. Вот я ее выбил, я ее и это. Всю и пролежал на месте. Что-то я за спиной вообще не проследил сейчас.
выбрасываем всякие. Суперб. Ну и само собой. Само собой. Не оставляет меня. Все-таки. Не туда кинул. Что творится? Что творится, господа? Все заморозил. Все заморозил, что только можно. Охренеть. Вот это махач сейчас был. Ну, жизни, кстати, есть. Кванчи! Это серьезно. Но это не Шансунг, это именно Кванчи. Кванчи крутой персонаж, мне нравится он. Некромант. Заморозим сразу все. А тут и Шансунг, кстати. Тут те и Кванчи, и Шансунг. Вся возня. Фул ХП хочу. Там фул ХП. Не, мне все. Никаких фул ХП не заслужил. И Шива! А, ну это Шансунг превращается. Охренеть, как больно-то. Смогу? Фул ХП взял. Ну, ты видишь, да, вот эти вот... На, в спину получил. Найтфуз. Этого я еще не видел. Пошел. Нахрен. Охренеть, тут вообще с чародеями мочилово. Смогу? Нет, не смог. Ну, псейбат. Они жесткие, конечно, эти два типа. Два чародея. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень много хп. Жалко, не видно, как Нупсейбот дерется. Ну, почему ты через весь экран улетаешь?
фаталити? Не, нету фаталити. Неужто все? Stage 7. Ну, наверное, все. Мне кажется, это финал, потому что что, двух чародеев мы зафигачили, кого еще? Шаукан, но я думаю, его в этой игре не будет. Ну да. После того, как Куан Чи погиб, Скорпион вернулся обратно в ад, где ему и место. Так, но Сейбет остался в этом надземье. Вернулся в... А, и Саб-Зиро получил амулет. Или он от... А, или Саб-Зиро отнес амулет Рейдену. И он это самое... Его на небо отправил. Ну, что-то типа того. Ой, ребятки. Вот так вот. Вот такая вот игрушечка. Офигенная игра. Mortal Kombat Outworld Assassins. Это что? Рейверская музыка здесь есть? Или нету? Не, какая-то другая уже музыка. Вначале было не то. А вот, вот это. Вот это вот дело. Я аж прям как на дискотеке. Интересно, можно ли играть за Смоука? Думаю, вряд ли. Если загрузить. Какие-то сохранения непонятные. Странно, нет, мне кажется, нельзя играть за Смоука. Но было бы интересно. Почему у Саб-Зиро всего лишь заморозка и клон? Ну, это ж не честно. У всех по три спешила, у Саб-Зиро всего один. Зато у него слайд есть. Правда, нет у него приемов других. Ну да. Жаль. Не, может и есть, может надо почитать просто. Будет понятно. Ладно, ребята, на этом будем заканчивать потрясающую игру. Такой видосик вот получился. Game over. С вами был я, товарищ. Надеюсь, вы хорошо провели время в эти практически полтора часа. Вот, ну, не знаю, лично мне было весело, неплохо поиграли. Вот. Дальше будем пытаться проходить Mortal Kombat 1 за Соню Блейд. Мой любимый женский персонаж из серии МК, поэтому хочется первый МК попробовать за нее пройти. Посмотрим, получится, не получится. Вот. В общем, будем пробовать. Будем играть, наверное, в сеговскую версию. Но это, опять же, анонс, когда это будет, что, чего, непонятно. Но будет точно. Все, с вами был я, всех обнял, поднял. Увидимся в следующих видосах, может быть, даже на стримах. Счастливо, ребята!